А вот 13-летний Умуда Агаев спортивную секцию выбрал сам. Он хочет быть похожим на кикбоксера Эдуарда Мамедова по прозвищу «Белый волк». Мой тренер, мой идол. Раньше его горячие поединки смотрел по телевизору, делал видеозаписи для своего архива. Потом решил и сам заняться кикбоксингом. Хочу в будущем стать таким же непобедимым, как и он. Тренировка вместе с титулованным кикбоксером стоит недешево. Но с детей из малообеспеченных семей звезды да, денег не берет. Благодаря тренировке ты становишься сильным, крепким, и завтра в жизни это как закалка на всю жизнь. Но самый популярный вид спорта